дорогие телезрители! Меня зовут Елена Мухрыгина, и сегодня мы поговорим о моде. Пора ознакомить вас с модными тенденциями этого сезона. Итак, начнем с брюк. Цветовая гамма брюк далеко выходит за 7 цветов радуги. Причем в этом сезоне иметь яркие брюки в гардеробе модно. Если выбор падает на черные брюки, акцентировать внимание можно на материале. Также следует отметить триумфальное возвращение женских брюк с завышенной талией. Причем брюки могут быть зауженными, укороченными внизу или прямого покроя. Что же касается цвета, то мода этой осени удивит потрясающей колористикой. На всеобщее обозрение выйдут оттенки, максимально приближенные к природным. На пике моды вновь такие оттенки, как пастельно-бежевый, светло- и сине-серый, карамель, песочный и беж, кофе и шоколад. Теперь перейдем к платьям. В моде этого года в основном довольно закрытые модели, без откровенных декольте и высоких разрезов на подолах платья. Этим подчеркивается истинная женственность. Самой модной длиной платья модельеры называют длину от середины голени и в пол. Основное – платья должны быть из мягкой ткани, которая при ходьбе изящно облегает фигуру. Надеюсь, вы будете следовать этим советам. Будьте яркими, стильными и смотрите Fashion Time. До новых встреч!